Сьогодні говоримо про вибори президентські в США. І от перше, що я попрошу вас пояснити, що означають такі слова, як кокуси та праймеріс. Саме цим живуть у Штатах саме зараз. Так, зараз якраз наше інтерв'ю паралельно совпадає з активною фазою, скажімо так, або начальною фазою активної виборів президента Сполучених Штатів Америки. І в багатьох на устах з'являються такі терміни, всі стати масової інформації, як праймеріс, кокус. Дело в том, что многие слова и сама специфика проведения выборов в США, она предопределена историческими причинами. И для того, чтобы четкие ответы знать на многие вопросы по выборам президента США, нужно как раз смотреть в историю. Но некоторые моменты довольно сложны ввиду специфики системы государственной США. И по сути дела, если мы попытаемся коротко это объяснить, коротко суть явления этого, то праймерис, само объяснение заложено в этимологии, в происхождении слова. То есть праймери – это предварительные. И праймерис – это предварительные выборы, предварительная стадия выборов президента США, которая заключается в том, что на еще ранних стадиях, до дня голосования в определенных участках, штатах США проводится собрание граждан для того, чтобы выбрать представителей или делегатов, это очень важный момент, делегатов на будущий всеамериканский съезд соответствующей партии. А по сути партии главные две в США, это республиканская и демократов партия. И они в таких ситуациях проводят такие праймериз. А вот партия зелених еще коротко. Существует, да, и другие партии, партия зеленых, но за больше чем 200-летнюю историю США эти партии никогда выходили какие-то передний план политической системы. У них есть где-то около 75-100 тысяч избирателей традиционных. Но, естественно, этого количества избирателей недостаточно для того, чтобы выиграть выборы президента США. Поэтому это больше идеологические партии для того, чтобы объединить сторонников какой-то идеи. Ну, для того, чтобы бороться за политическую власть. Это вот такие объединения. Что касается кокуса, о котором вы сказали, то, по сути дела, кокус – это те же самые праймерис, только не официальные, не формальные. То есть, когда проводится праймерис, в рамках там какой-то общины, это всегда юридически фиксируется. Идет голосование в урны там, или поднятием рук. А кокус – это то же самое, только неофициально. Собрались жильцы дома, жильцы какого-то села, поселка, обсудили, поговорили какого-то кандидата и вынесли решение. А потом это уже доходит до праймериз. Последние лет 50-100 система кокусов уже уходит. Она больше как пережиток исторический. Праймериз выходит на передний план. Поскольку это официальная процедура, она предусмотрена Конституцией США и избирательным законодательством США. 1 лютого как раз відбулись те самые кокусы в штате Айова. Чому саме штат Айова? И что эти кокусы дали стране? Да, совершенно верно. Были проведены так называемые праймериз и кокусы в Айове и еще в Нью-Гэмпшире. Это также традиционно два штата, которые являются по историческим, подчеркну, параллелям и причинам первыми. Никаких точных объяснений даже американцы не могут дать, почему именно в этих штатах проводятся первые праймериз и первые кокусы. Но важность для будущей президентской кампании и будущей всей системы выборов заключается в том, что, как правило, эти праймерис, которые проводятся, и кокусы в указанных штатах, они показательны с точки зрения дальнейшего продвижения. То есть, если какой-то кандидат проиграл или там выиграл, то, как правило, в большинстве случаев потом идет совпадение. То есть, они проверяют мнение, зондируют общественное мнение на первых полях и по парах, и учат участников избирательной гонки, финансистов избирательной гонки, на какие изъяны нужно обращать внимание после первого вот этого праймериз. То есть где какой-то кандидат не набирает, где его слабые места, где сильные места, на что делать акцент. Вот в этом и заключается важность первых праймериз в тех штатах, о которых вы сказали. Вот если говорить